после того, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям призывал к единству, к объединению, и بعد من وحد الأمة, и когда во время посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям все стали одной сплоченной уммой, هذا عربي وهذا رومي وهذا الفارسي وهذا الحبشي, один араб, другой руми, третий перс, четвертый хабаши, эфиопец, как и сейчас, альхамдулилля, сколько разных национальностей есть среди нас. Вот эта красота ислама, красота нашего джамаата. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. После этого Аллах Субхану Аталя увидел их сплоченность и после этого скрепил их сердца, объединил их сердца. وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَالْمَرْجُ وَاحِدٌ. И Аллах Субхану Аталя ниспослал нам аяты в Коране, где объяснил нам, если вдруг вы станет так, что вы будете разногласить, друг с другом враждовать, то у вас есть только один выход из этой ситуации — вернуться к Аллаху, к его религии, к сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, где Всевышний сказал «وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ». Если вы в чем-то разногласите, вернитесь к Аллаху, ай, Коран, вар-расуль, и к посланнику, то есть к сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И после этого Аллах, субхану ва тааля, поставил условие и сказал «إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ». Если вы искренне верите в Аллаха и в судный день. ثم لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين مجتمعين في صلواتهم وزكاتهم فقال. И после того, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям смог объединить умму, то есть до этого враждовали, были газават, были джихады, и когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям через призму ислама, через призму Корана и Сунны объединил джамаат и увидел то, что мусульмане вместе, одинаково они, альхамдулиллях, молятся, в одну кыблю молятся, закат выдают тем, кто нуждается в этом закате, فقال, после этого сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, من خرج من طاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة الجاهلية. Сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, если после этого, как человек понял то, что он должен держаться вместе с мусульманами, вышел из джамаата, вышел из подчинения и умер, он умер джахилийской смертью, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. ولما راى الله اجتماعنا في صفوفنا, когда Аллах увидел верующих, то что они вместе в одном сафе, в одном ряду стоят, поклоняются Аллаху субхану ва тааля. Аллах субхану нас с вами похвалил, уважаемые братья. مدح الله قائلا, مدح الله قائلا من فوق سبع سماوات, свыше семи небес Аллах субхану ва тааля похвалил и сказал: كنتم خير امة اخرجت للناس, вы самые лучшие среди общин. Вы самый лучший из общин среди людей. Лимада, почему? Та'муруна биль ма'руф, призываете к благому, ва танхауна ани мункар, отзываете от порицаемого, ва тумнуна биллах, и верите в Аллаха субхану ва тааля. И когда малейший момент, когда Аллах, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, объединил между мухаджирами и ансарами, кабаиль, которые были аус валь хаджрадж, которые друг с другом постоянно воевали, после этого Аллах субхану ва тааля сказал: ва аллафа байна кулубихим, Аллах субхану ва тааля объединил их сердца. И в какой-то момент увидел то, что опять пошло расшатывание джамаата. Были такие кабаиль, такие тайфы, такие кабаиль, как Сакиф, Бану Сакиф, Бану Бакр, Бану Хузаа, Курайш, Кааб, Махзум. И начали говорить: мы курашиты, мы Махзум, мы из Бану Бакра, мы ансары и так далее. Как только прочувствовал сахар Расул, саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, закричал. Громко закричал и сказал: «Абидау аль-джахилия, ва ана байна дхурикум». Почему вы возвращаете в джахилийские времена, в тот момент, когда я среди вас? «Дауха фа иннаха мунтина», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «оставьте разделение на группы, на нации и так далее. Вы все верующие мусульмане, любите друг друга ради Аллаха, субхану ва тааля. Не нужно превосходствоваться своим возрождением. Оставьте это все из джахилии». В этот момент сахабы заплакали, бакау, وضموا بعضهم بعضا, после заплакали, попросили тауба и друг друга обняли. Просим Аллаха субхану ва тааля, чтобы мы также, альхамдулилля, гордились тем, что мы верующие, в первую очередь гордились тем, что мы муахиды, единобожники, то что мы мусульмане, и чтобы просим Аллаха субхану ва тааля, ни под каким предлогом шайтан нам не сделал вас-вас и не разделял наши джамааты, наши суфуф. И так как нас вместе собрал в этом доме, так же, чтобы вместе собрал в вечности в райской обители Аль-Фирдаус.